Снести нельзя оставить. До сих пор не поставлена запятая в нужном месте. В набережных Челнах пока не будут сносить колесо обозрения. Такое решение принял Верховный суд Татарстана. Напомню, борьба за сохранение объекта ведется на протяжении целого года. Сотрудники правоохранительных органов настаивали. Колесо – самовольная постройка. Разрешение на строительство было выдано в январе 2016 года, а градостроительный план участка утвержден через 2 месяца. Также был поднят вопрос о безопасности колеса. Но экспертиза показала, что объект находится в работоспособном состоянии. Однако все суды, начиная от городского и заканчивая Верховным судом республики, были проиграны. Колесо необходимо было снести. Но на этой неделе в деле произошел новый поворот. В настоящее время исполнение судебного решения о демонтаже колеса обозрения в Парке Победы приостановлено до окончания производства в суде кассационной инстанции. Иными словами, до рассмотрения по существу кассационной жалобы ответчика.